Так, ну что, всех приветствую, дорогие друзья, с вами Левша, и у нас сегодня с вами внезапно Золотой Вофентрайгер, ряд метки. Я буду попытаюсь быстрее Джова и Блади сделать эти три отметки, вот, ну не знаю, как пойдет. Да, всех приветствую, там у Джова что-то 86%, я в принципе могу сегодня догнать, попытаться. У Блади, конечно, 92-93%, Блади тяжело догнать, но мало ли, вдруг у него что-то пойдет не так. Вчера я на стриме взял еще одну отметку, и, собственно, сегодня буду пытаться добивать вторую отметку и уже приближаться к взятию третьей отметки. Хорошая реализация барабана. Надо до базы возвращаться. Ничего страшного. В целом все неплохо. В целом отметка растет. Бой отыгран нормально. Там 50 ТП просто еще есть фуров. Ай, бля, он заряжен, да? Ладно, пойдет, хороший бой, если честно, 7000 суммарки, более-менее первый меняемый бой, 1.5% отметки сразу. Я лучше, наверное, хотя бы один шот дам, блядь, чем вообще ничего. Ну это пизда, блядь, сковорода! Охуенный бой, просто охуенный бой. Артовод прислал на косарь. На косарь, 212-й, понимаете? 9-го уровня, на косарь. Ты слишком тихо говоришь, не слышно. Артём, как связь? Артём! Он меня убьет без засвета, что ли? Ну, хотя бы так, ладно. Я рим. Да, Артём что докопался? Бать, Саня, спасибо за $25. Вы что, блядь, сегодня заговорили, что ли, я не понимаю. У меня как будто день рождения, знаешь, что? Спасибо, Саня, огромное. Алзи, спасибо, спасибо тебе. С днем рождения, Дим. Счастья, здоровья, Капа. Дима. С днем рождения. Желаю тебе спасибо. Всего наилучшего. Пусть у тебя все будет, и за это тебе ничего не было. Ура, ура, ура. Да, спасибо, спасибо, Соломон. Короче, и раньше, когда на Твиче стримил, я даже списки донатов всех вел, всех донатеров, каждую сумму вписывал. Я потом просто доходило, что я после стрима еще час сидел и все вписывал, считал, вносил. Но потом это уже ну, в один момент я понял, что это же вообще неадекватно. С точки зрения ресурса временного. Лучше побольше постримить тогда. Сновай гадай, с днем рождения. С 8 марта, с 23 февраля и с яблочным спасом. Яблочный спас. Яблочный спас, да. Димка, с днем рождения. Удачи в боях и терпения. Да нет, у меня день рождения, ребят, все, нет дня рождения. Поздравляю, успехов желаю. Днюшку перенес с февраля на декабрь и молчит. Как, блядь, ее перенести можно? Дима, а нам по... С днем рождения. Ну вообще, поебать, у нас мы хотим праздника, да? Кстати, в честь дня рождения предлагаю устроить соткин день. Все так и днюха второй раз за год. Нужно деда порадовать, ахахаха. Какого, блядь, деда? Да-да, ёпта, лордик нихуя себе залетел. Лордик, спасибо огромное, пиздец, блядь.
Ну да, мне 40 лет исполнилось сегодня. Ну, днюха так днюха, с юбилеем тогда. Спасибо, спасибо, лордик. Спасибо за поздравление, ребят. Мне сегодня 40 лет. Дима, поправь статью в Википедии. Хули они не занют, что у тебя сегодня ДР. А вы говорите, стримерам не подкручивают? Вон левши даже днюху подкрутили. Ради днюхи можно и донатной девственности лишиться. Поздравляю. Помнишь, был мод пари кидать? Что-то не пошло, не в курсе. А их вроде раз выиграл тебя на прогете 46, Т5 коробок получил. А там вроде их по это ВГ прикрыли, кажется. Ебать, лордик. Лордик! Лордик, спасибо огромное, пиздец, лордик, сегодня. С выходом на пенсию так, ребята, не прекращайте. Знаю. Надо отметку добить. Да. Сбор средств на лекарства от пиздобольства закрыт. Лордик, спасибо тебе огромное. Я не знаю, сколько ты там. Ты 60-70, блядь, сегодня задонатил. Пиздец. Короче, с днюхой и последним стримом. Когда будет официальная часть прощания с легендой? С днюхой, лаваш. Хули на стрим не позвал? Это спонтанная ДР. Новый лордище, да, лордик сегодня. Да, ребят, спасибо всем огромное, правда, пиздец просто. На реальную днюху ничего не жди, все получил сегодня. Кто от Нидина пришел? Ввожу в курс дела. Сегодня юбилей у левши и последний стрим в карьере. Ввел в курс. Да, мне сегодня 40 лет исполнилось, короче. А я говорил, что я до 40 стримлю, и, соответственно, это последний стрим. Настроение поднялось. Улыбаться начал, а той грустной жопой. Весело не пернешь. Блять, при чем веселая жопа? Так, округлись, ты не против. Все. Бля, лордик, спасибо тебе огромное. Все, стопы, блять, не донатить больше. Это слишком много для меня за один стрим. А вот и торт от лордика. А вот и нет. Хорошего должно быть много. Ну, такое, да. Короче, я уже, блядь, вообще не соображаю в бою, пиздец, мне сложно. Хорошо, танк позволяет. Кстати, золотой вахентрагер, это, блядь, в итоге реально золотым оказался. Мне кажется, в подтягивании прям все очень плохо. Просто процентов добивать, ёпта, это сложно будет. Блин, лордик, это потно будет, 90%. Давай, короче, добивай до 90, да я округлю полоску. Умники, которые косите под меня, ну хоть бы комарки закинули, а не сотку. Не позорьте честное имя работяги. Так, подожди, 90%, бля, лордик, это, мне кажется, потненько будет. Блять, урона валю. Тот момент, когда ты уже вот в такие, вот такие, тот момент, блядь, это очень плохо, что я хп потерял. Тот момент, когда ты уже палец на на ремку держишь. Потому что он по-любому тебя будет стопать. По-любому он будет тебя стопать. Лордик, спасибо тебе еще за 5000, пиздец, ты реально сок денег там. Блять, успел он дать. Короче, больше 90, так не догнал я его еще, далеко до него. 23 боя, кстати, 4, ну и реально лучшая сессия за все время на этом танке. Есть,
Ничего, никто не подобьет его же? Нормально, я там неплохо откидал. Спасибо большое. А, сюда две отметки, бля, сюда. Я даже не знал, что я взял. Я только сейчас видел. Сюда вторая отметка, сюда. Ну, почти 5 часов стрим, кстати, уложился в 5 часов, это очень круто. Поэтому я завтра в 19:00 буду с вами. Так, ну что, хороший бой, хороший день. Завтра я должен взять 91% где-то отметку добить. И уже, наверное, не в пятницу, а в субботу я буду брать 3 отметки на оруженосце плюс аукцион. Пока идеальный план. Так, ну что, все, на этом я сегодня все. Во-первых, огромное спасибо всем и каждому за поддержку. Сами сделали этот стрим. Было много прикольных разных моментов. Поржал лично я, поржали многие другие. Вот. Отдельно, конечно, хочется отметить Лордика. Спасибо тебе огромное. Просто, блядь, что-то неимоверное надонатил за сегодня. Какие-то суммы космические. Лордик, тебе спасибо. Дай бог здоровья. Всем спасибо, ребят, кто смотрел, кто прожимал лайк. Это было прикольно.